Бывают дни на Падже, когда отлив минимальный. Вот сейчас по приложению отливов вода находится где-то в нижней границе. Но полностью она не ушла и образовался уровень, ну вот где-то первые 100 метров, где-то по колено. И вода, конечно же, очень прогрелась. И много туристов просто как крокодилы парятся в этой водичке, высунув голову. Сейчас и я пойду где-нибудь вот на той лодочке, кину свой багаж, переоденусь и немножко приму солнечные и водные ванны. Вот такой сегодня отлив, небольшой, по колено воды. Вполне можно купаться, вода прям горячая. Очень классно.